Объявление войны. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Левитан сказал: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Мы помним эти слова. И в знак уважения мы сегодня здесь собрались и отдаем дань всем тем, кто принял первый бой 22 июня и кто не дожил до Великой Победы. Сказать, что с праздником, нет, спасибо вам всем, кто пришел почтить этот день и почтить всех, кто не вернулся с той страшной и долгой кровавой войны. Любая война – это горе. Но эта, в которой не было пощады ни старому, ни молодому, в которой обрывалось все прекрасное и счастливое, в которой поставили на грань все человеческое, такой войны в мире еще никогда не было. Она стоила большой крови, неисчислимых народных страданий, огромных потерь для нашей страны. Вот цифры, которые говорят сами за себя. За годы войны немцы разрушили 17 110 городов и поселков, сожгли более 70 тысяч сел и деревень, взорвали и привели в негодность 32 тысячи промышленных предприятий. Россия потеряла 27 миллионов человек, в том числе 4 миллиона детей. 13 миллионов детей остались сиротами. Я никогда не видела войны, но и ужаса ее не представляю. Но то, что мир наш хочет тишины, сегодня очень ясно понимаю. Спасибо вам, что нам не довелось представить и узнать такие муки. На вашу долю все это пришлось. Тревоги, голод, холод и разлуки. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Стародубцевой Майе Яковлевне. Не только всем и во всем помогали на фронт. Так сложилась судьба у многих и наших близких. Почти у каждой семьи были на войне родственники. Были братья, сестры, были мужья, были дедушки и также бабушки. Сколько не вернулось домой, сколько сожгли немцы, это не сосчитать, по сегодняшний день еще не все сосчитано, сколько погибло в этой войне людей. Поэтому сегодня спасибо всем, кто пришел сегодня отдать эту дань памяти этому дню, этим людям, которые... 75 лет минуло со дня начала Великой Отечественной войны, когда минуты тишины были прерваны появившимися в небе самолетами с черной свастикой, грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. Гитлеровская Германия вероломно напала на нашу страну, приступив к осуществлению своей чудовищной цели – уничтожить советское государство, истребить миллионы людей, поработить народы СССР. Война, война! В ушах гремели взрывы, полнеба дым пожарищ закрывал. И в полный рост, и строго, молчаливо все стали на борьбу, и стар, и мал. Народ собрался у военкоматов, волнующий, гуляющий толпой, и даже те, кто не были в собрании. Так сейчас он в Симферополь поедет, ну не сейчас. Может, свет выключить, Юра? Потом выключим. Потом.
Боже, как красиво. Ай, Юрий Николаевич. Все, дети, отходите, кто зажег свечки, отходите. Ира, ты ж не убегай.